Так, народ, всем привет. Это у нас уже 12-я часть прохождения игры Tomb Raider, Tomb Raider 1. Я ее проходил уже много раз, но я ее так и не стримил сюда. Опа! Стримить я ее не могу. Она, во-первых, выдает всего лишь 360 этих качества. Не здесь еще 360. Тихо-тихо. Да я здесь. Девчонки, вы чё там прячетесь-то? Опа! Ой! Там бомбочки! Я его видел. Извините, мужики. Сегодня не ваш день. Так. Где он стрелял? Ах, вон он где. А я тебя сейчас в голову. Держи. Вау! Так, давайте сюда все, что у вас есть. Все ваше добро. Ох ты! Че, все? Так. А чувствую, что кто-то сюда. Ой. Меня опять кто-то решил обойти. Ах, вон ты. Все. Ладно. Опа. Наверх. Тихо. Дурачки! А вас серьезно неприятности? Оба! Это все-таки Лара, Кроп. Оба! Оп! Понял, что она походу здесь не залезет. А нет, залезла. Хватит грызть! Мои эти... Как их звать? Так, куда мне идти-то? А, вот сюда. Так. Ну просто слили. Куда же ты опять вляпался? Да в неприятности он вляпался, как всегда, этот очкарик. Но вытащить я его все-таки не смогу. Тихо. Вот, а то мне тут. Сколько у меня там стрел-то? 39, нормально. Одной стрелы не хватает для полного комплекта. Так. Угу. Так, вот я наверху. Бежу. Опа! А вот она, эта посудина их не разбита. Тихо-тихо. Ох, это больно было. Сейчас он буду здоровяка мочить. Погрузки. Не хочет. Отойдите. Я все сделаю. Ты че, утырок, не понял, что ли? Вот это дядя. Ой. Опа, смотри, что у меня есть. Вот это машина. Раньше времени нажал. Ой! Убегай! Тихо.
Надо хп восстанавливать. Опа! А ты не успеешь, ебаный качок. Да. Это ж сколько жрачки надо, чтобы прокормить эту машину. Жумар. Давай-ка. Сейчас нам при помощи этого жумара надо попасть туда. Давай. Рвись. Вот так. Ладно, надо обыскать. Так, это мне понадобится. Где он? Нету? Ну ладно. Снова здесь. Старые добрые воспоминания. Мне туда не надо пока. Стой. Точно. Извини, сучонок. Сегодня не твой день. Алекс, ты здесь? Ладно, я здесь. Давай. Ой. Так, где же эта штука? Черт, проход напрочь вот творила. Она. Держись, я вытащу тебя отсюда. Ладно, но поторопись. Черт, что-то мешается. Но если туда забраться, блокировку можно устранить. Нет. Да пустяки! Никаких проблем. Все. Так. Теперь надо расчистить путь.
Отлично. Сейчас парень погибнет. Алекс, ты их взял? Наконец я удивил тебя. Давай уберем это. Прости. Ну, похоже, карьера танцора накрылась. Что ты делаешь? Ты нас убьешь! Похоже, я остаюсь, Лар. Бери инструменты. Без тебя не уйду! Не часто очкарики становятся героями. Они на нас рассчитывали. Иди. Ну же. Бежим. И на дно ушел. Ё-моё. Ладно, отдышались. Идем обратно. А с этой штукой быстрее. Так. Надо прыгать, короче, на него. Так, теперь мне надо вот эту штуку уронить. Давай. Сейчас, Селёна, хватит с этим журом. Ой. Тут что-то там лежало. Надо почитать. Лара абсолютно права. Здесь творится что-то странное. Какое-то природное явление, которое заставляет погоду сходить с ума. Армейская научная база, императрица солнца, безумная секта. Может, тут вообще снимают реалити-шоу? А на всех деревьях в листве спрятаны телекамеры? Хотя, должен признаться, все это до смерти меня пугает. Именно поэтому я отпускаю шуточки, от которых Рейс уже, кажется, звереет. Думаю, я должен сделать что-нибудь полезное, пока совсем не слетел с катушек. Мне бы очень хотелось быть похожим на Лару. Я просто ею восхищаюсь. Она не только умна, но еще и умеет надрать кому надо задницу. Хотя, если она не обращала на меня внимания до сих пор, то теперь и подавно не обратит. Но, может быть, я все-таки сумею произвести на нее впечатление. Поздно, чувак, все. Так. Идем сюда. Тут что-то у нас проводка коротит. Старые записи. Очень старые. Ой, какая она пыльная, эта книга. В результате долгосрочных раскопок наконец получены новые данные о погодных циклах в данном регионе. В прибрежном районе острова была обнаружена гробница важного полководца, датируемая периодом Камакура. Эта находка — недостающий элемент головоломки.
Полагаю, именно это открытие позволит нам установить контроль над бурями. Но раскопки могил потревожили демонов Они. Они гневаются. Нам необходимо посетить ритуальный зал в монастыре. Именно там нас ждет успех или провал. Угу. Так. Еще осталось найти. Это когда я на платину буду проходить это, и надо будет все искать. Древние руины на старой базе, управляемые бури. Я должна понять. А что здесь понимать, Лара, а? Пока тут нету ничего почитать. Ладно, будем вскрывать эту дверь. Так, Yeah.
Так. Не получится вам меня сегодня прихлопнуть. Так. Чё? А, вот. Лара! Мы услышали взрыв и подумали... Вы все поняли. Он остался на корабле. У всех, кто с тобой рядом, резко падают шансы на выживание. Грейс! Так держись от меня подальше. Давайте поедим, а? Эти ублюдки притихли, но сильно сомневаюсь, что это надолго. Если уж мне суждено умереть здесь... Я предпочту умереть сытым. Накормишь человека, спасешь его душу. Наконец, хоть какой-то позитив. Когда Рейс отремонтирует катер, мы вернемся в цивилизованный мир. И нам точно будет что рассказать. Надеюсь, никогда больше не услышать имя Пимика. Мы можем отплыть с приливом. Нет, не можем. Вот только не начинай опять, Лара. Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. Матиас тоже в этом уверен. Я видела это по его глазам. Он думает, что воскрешение Пимика – ключ к побегу с острова. Боже, это безумие. Хотя здесь все безумие. Эти бури – неприродное явление, признайте это. Она права. Когда Ньюранс попал в бурю, я почуял что-то темное. Что-то живое. Остров проклят. Лара, ты куда? Под базой на утесах какие-то развалины. Нечто заставило их поверить, что бурями можно управлять. Я должна знать, что они нашли. Мы отчалим, как только сможем. Так что не задерживайся. Я без тебя не уйду. Так, теперь мне надо будет лезть туда на самый верх, разбираться, что там к чему. Ладно, пойдем. Ох ты, ящичек. Давай, сюда. Да блин. Фонарик мне пока не нужен, а вот так вот мне понадобится. О, Пумба! Пумба! Не буду я тебя трогать, я сытый. А что только что жрал? Так, надо этот... Лифт спустить. А, там же сейчас этот лифт будет. Опять лазить искать. Или это во второй части? Я не помню. Но мне кажется, это походу здесь будет с этим лифтом. Так. Ящик. А, у меня они есть. Так. Давай-ка полезем туда на самый такой. Нет, не сюда. Так. Странно, как-то она зацепляется. Давай! Вот так.
Так, теперь мне надо сюда, так. По-моему, так, оба, и сюда. Ах, опять эта высота. Так, теперь нам надо вот эту всю фигню вот так подтянуть. Так, ой. Так, теперь вот это тоже. Так, а что здесь эти? А, во! Так, максимальный запас, ну ладно. Походу здесь этот лифт, лазить с ним, блин. Шумел я, короче, здесь. А еще страшно. Так. Да, точно, лифт этот здесь.